Десятки строительных организаций Бобруйска и тысячи рабочих рук. Это большая команда, которая создает города и дороги по всей Беларуси и за ее пределами. Закладывают фундамент и сооружают новые очертания населенных пунктов. За 6 месяцев 2019 года возведено 7 многоквартирных домов. Это без малого 30 тысяч квадратов. Из них больше половины с господдержкой. Счастливыми обладателями новеньких квартир стали 100 многодетных семей. Новоселами стали как жители 7-го микрорайона, площади привокзальной и Островского, улица 43. Тех, кто вкладывает в строительство не только знания, но и душу, сегодня собрали в областном театре имени Дунина Марцинкевича. Здесь профессионалы своего дела. Дресс-код – не рабочая форма и каска, а деловые костюмы и вечерние платья. Слесари, ремонтники, начальники, мастера, бригадиры, инженеры, плотники и каменщики. Десятки представителей строительной индустрии по случаю торжества получили заслуженные награды. Сегодня на месте полей и старых бараков вырастают современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, энергоэффективные конструкции, улучшенные планировки и новый подход к организации дворовых территорий. Все это создается руками бобруйских строителей. Сегодня в их честь звучат все поздравления. Хочу все-таки пожелать вам побольше портфелей заказов, побольше хорошего настроения, потому что когда с хорошим настроением вы приходите на работу, вы создаете тот шедевр, который в конечном итоге мы вместе с вами видим в городе. С праздником вас, успехов вам, новых творений и дай Бог вам хорошего праздничного настроения. Белорусские строители выполняют свою великую миссию. Возводят дома, застраивают микрорайоны, реконструируют исторические центры и создают целые архитектурные ансамбли. Осваивают новые высоты и высотки, новые технологии и материалы, чтобы строить прочно, красиво и на века. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.